9521 обращение направили на сайт «Добродел» жители городского округа Красногорск в период с 29 июля по 4 августа. Большинство жалоб поступило на нарушение правил уборки. В лидерах также ямы и выбоины на дорогах. Одинаковое число заявлений по 467 касаются ненадлежащего содержания газонов и ям во дворах. 456 красногорцев посетовали на неудовлетворительное состояние подъездов. При этом 4356 жалоб пользователи портала отметили успешно решенными.